Народному артисту России, звезде мировой оперной сцены Дмитрию Хворостовскому сегодня 55 лет. Праздновать дату он решил в кругу близких в своем доме в Лондоне. Он родился в Красноярске, окончил там Институт искусств. Популярность артисту принесла победа в международном конкурсе оперных певцов «Кардиффские голоса». Хворостовский покорил миллионы сердец. Он выступал в Ковент-Гардене, Карнеги-Холле, Театре «Ла Скала» и многих других. Познакомил с выдающимися певцами российских зрителей. Цикл концертов «Хворостовский друзья» – это отдельное явление в оперном искусстве. Летом 2015 года артисту поставили диагноз – опухоль головного мозга. Сейчас Хворостовский проходит курс лечения. И все поклонники его таланта желают артисту поскорее выздоравливать и вернуться на сцену.